Всем привет, на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима, я продолжаю по хейтику в Assassin's Creed 4 Черный Флаг. Мне почти 19-я часть игры под названием Охота на тамплиеров Рона. Я желаю всем приятного просмотра. Я думаю, я правильное решение, друзья, принял, что я буду чередовать игры Watch Dogs и Assassin. Ну, вы понимаете. Потом еще Watch Dogs одну серию, потом пойду будет Assassin. Ну, вот так вот, думаю, это будет прикольно, классно, интересно. Ха-ха-ха-ха, я видел стражников, блин, взял, задушил, а? Эдвард, молодец, а? Так, привет, девчонки, привет. Вау, какие вы красивые. Так, наши за... Опа-опа, уникальный сундук. Кстати, гореалов у нас совершенно мало. Я думаю, пятерых мы отправимся на месте. Надо быстренько парочку сундучков, так сказать, взять. Одну точку обзора открыть. Вон там наверху. Вообще будет весело. Записайтесь с вкусняшками, если вы еще не запаслись. Берите свой, наливайте себе новый чаек горячий. И приятного просмотра всем, дорогие друзья. Надеюсь, меня стало лучше слышно или хуже. Потом в комментариях напишите, пожалуйста, как меня слышно. Какой микрофон был лучше? Как мне? Этот микрофон, сейчас, который я говорю, или который я до этого записывал. Это очень важно, друзья, для меня, правда. Кстати говоря, я купил новый костюм Эдварду еще в предыдущей миссии. Называется, по-моему, пиратский, что-то такое. Классный костюм, офигенный. Так, Ваня, короче, перед тем, как мы отправимся на миссию, я хочу с ними помахаться. Как говорится, Эдвард вернулся в Гаван, но не просто так. Поэтому очень будет весело. Видели, да? Эти даже дебилы ничего не поняли, а? А, только сейчас. Как говорится, Эдвард вернулся. Там херы, тамплиеры. Вау. Офигеть, а. Так, сейчас быстренько у них пособираем боеприпасы. Эти гони нам нужны. И реалы Опа! В настоящий момент в карете капитана доступны два улучшения. Круто. Надеюсь, правда меня стало, друзья, лучше слышно. Так, уникальный сундук мы взяли. В принципе, там, я так не понял, я что-то внимание не обратил, что там было. Сейчас быстренько на точку обзора залезу. Да-да-да, это... О, там, кстати, гай сундук есть. Потом возьмем его и пойдем потом уже наконец-таки на нашу основную миссию. А то получается в Гаване у меня точек обзора открыто всего лишь только получается... Сейчас посмотрим. Так. Тут закрыто. А только одна получается. Вот она одна, как вы понимаете. Это пипец позор. Еще три точки надо будет открыть, а? Не, это позор. Надо будет этот позор исправить. Так, как же нам туда залезть? Все-таки, правда, офигенный. Что, блин, Ассасин, что, Watch Dogs, каждая игра по-своему уникальна. Ну, и интересная. Опа, убил его скрытым клинком, и все нормально, пошел дальше. Да нормально все, он просто устал, а. Валик, сейчас надо забраться. Так, Эдвард, круто у нас, молодец. Вау, как же тут все-таки красиво. Так, тут мы точно не залезем, да? Нет. Надо придумать план, как залезть наверх. Это очень высокая. Опа. Схватите. А, спасите пиратов, а где пираты? Ах ты, сука. Ну давай спасем. Сейчас поближе подойдем. Как надо спасать пиратов, а? Вот молодец я. Ну и Эдвард, а. Опа, собака бежит. Собачка, привет. Да, кстати, говорим, банкеты и халики, мои любимые собаки. Передают привет. Правда, вы их не слышите, но они вам передают привет, дорогие друзья. И спасибо вам огромное за поддержку. Также у меня есть группа в ВК и Дискорде. Вступите в них. Ссылочки на них в описании. Ага, видели, как Эдвард его убил? Ну, Эдвард, да? Ну ты круто. Да. Сейчас повторяю, ссылки на мою ВК, группу и Дискорд будут в описании. Вступайте вместе, будет веселее. И на самом деле будет веселее. Так, сейчас я быстренько спасу. Так, освободите заложников, не выдавая себя. Извините, я по-другому поступил. В принципе, все хорошо. Да, подожди, сейчас я залезу. Сука, одного убили, а? Твоего родственника. Как так-то я не заметил, а? Ублюдки, блин, жалко, а? Честно, я не видел, как они одного убили. Я вот думал, что всех убил. Вот, блин, а? Так, сейчас быстренько точку обзора залезу и пойду на нашу же миссию. Кстати, какая прикольная название миссия. Охота на тамплиеров Рона. Вау, блин, ну, в принципе, очень интересная. Не знаю, что там будет в этой миссии, но она обещает быть прикольной и интересной. Как это, в принципе, игра. Мне очень-очень классно. Тут дофига дополнительных заданий, которые по-своему интересны, даже бывают интереснее, чем основные. Так, как же мне все-таки забраться, я пока не понимаю. Блин, красивое дерево, а.
Девчонки, вы офигенные, но вы мне сейчас не поможете. Блин, вот честно слово, Эдвард. Помоги мне, как-то надо подумать, как залезть. Это тут, так, синхронизация, точка обзора. Вы добавляете на карту, типа, еще какие-то уникальные фигнюшки, да? Я понял тебя, но вот как залезть, я не пойму. Ага. Вот честно, пока я туплю, надо сейчас залезть. Давайте. Так, может быть, получится. Так, сейчас быстренько его кокнем. Ха-ха, блин, пипец, парта ему устроила. Так, пока никто не понял, да? Так, ну, скорее всего, как-то... Блин, как же это залупно все-таки, а? Трудноватенько залезть на это здание, а? Тут нифига точки опоры особо и нет, в принципе, видите, чтобы уступов, да, чтобы залезть. Так, кто-то меня спалил и не спалил, да? Ладно, не важно сейчас на самом деле. Суть сейчас в том, что я хочу как-то залезть туда. Но пока что не понимаю как. Что-то пока не вдупляю я. А ты падал, а? Иди нахрен, а. Сейчас с тобой париться не хочу, а. Блин, классно. Эдвард пистолет. Ого, это получается 3 пистолета. А видели, откуда он достал пистолет? Ага, невидимый. Ладненько, надо как-то придумать план. Я никак... Да что ж такое-то, мать ваша, ладно. Потом, подождите. Сейчас я устрою этим дебилом, а. Как говорится, Эдвард вернулся в Гаварну. Я очень классно. Тамплиеры такие рады, а. Вау, как же он классно гостит, а. Нет, это одна из лучших частей по пиратов, а, в серии. Блин. Вот Ubisoft молодцы, постарались над этой частью, а. Бойфлаг, очень интересная часть. Всем рекомендую ее. Но, в принципе, каждая часть по-своему интересная, наверное. Я просто, в принципе, только играл Конора там, ну, с луком Эдварда. И вот Эдвардом играю. Все, а больше часть, другие части я не играл, поэтому я не могу вам их посоветовать, а. Но эти части, две, они интересные. Так. Хрена с два. Твою макафу. А, сундук. Вот, потом сундук возьмем. Сначала точку... Да. Сейчас... Тут, видите, получается, ну ни хрена негде. Мест, ну нету тут. Блин. Как вообще туда можно попасть, я не понимаю. Так. Вот как-то же можно, но я себе пень, что можно. Вот только как. Тут, видите, тоже ни хрена. Блин, а. Так, а тут? Так, тут. Тут тоже нифига. А, вон оно как. Вот чё оно, да? И как они попасть на ту... Да нет, зашопочно. Блин, как вообще попасть на точку синхронизации, а? Какая-то, честно, она очень даже трудноватая, замышленная, блин. Ебать, да все точки синхронизации такие, знаете, нетрудные были. А вот это, блин, манданутая точка синхронизации, а? Я вообще не понимаю, где тут можно залезть, на самом деле, а? Ужас какой-то, друзья, ужас. Но это надо сделать. Вот ты как не понимаю, а? Это... Такая тупость, друзья. Еще раз всем желаю приятного просмотра. И огромное всем спасибо за поддержку. Не подарок, очень приятно, что вы поддерживаете меня. А я поддерживаю вас. Потому что надо поддерживать друг друга. Так, блин, ну как же... Близко, что это не стрим, а? Так бы сейчас мне Алекс по-любому подсказал бы, как мне залезть на эту фигнюшку, а? Потому что он проходил игру. Ну и не только, в принципе, Алекс и другие мои друзья подсказали бы, как именно сюда здесь можно залезть. Потому что я, честно, друзья... Совершенно не в домёке. Как залезть на это тупое здание? Ну, видите, он нигде не хочет залазить, а? Нигде, ему не может. То, блин, на хреновое здание, блин, которое залезть нереально, он залазит. А на которое, блин, ну, как сказать, нужно залезть. Он, сука, не хочет залазить, а? Ну, честно, как это сделать? Блин, кстати, для вашего внимания рекомендую прикольненький сериал «Легенда об искателе». Я бы ссылку на него, может быть, и оставлю, а может, посмотрим. Но в любом случае рекомендую его. Как, в принципе, и сверхъестественное. Так. Да понятно, торговец с херами, а. Я, видишь, не могу нифига залезть, а. У него тут, не знаю, нет у меня крюка, как у черной вдовы, а. Ну, и где-то как у прикольной игрушки есть, сейчас Клаус, там вот, как забыл, как главного героя зовут, у него есть прикольный крюк. Вот с помощью него он может везде, на любое здание залезть, а. Вот жалко, что у Эдварда такой фигнюшки нет, а. Да просто, реально, как это сделать, а? Блин, хоть видео посмотри. Во, на чё. Ё-моё, Дима, ну ты даёшь, а? Друзья, я так тупил долго, блин, видели? Только хоть видео посмотри, тут же Эдвард мне помог, а. Сейчас быстренько сделаю точку синхронизации, друзья. Ну, бывает, что так туплю, я просто правда не понимал, как залезть, а.
пока Эдвард мне сам не показал. Спасибо тебе, Эдвард, спасибо. Сейчас быстренько точку синхронизации сделаем и пойдем на нашу уже миссию. Потом надо будет еще все точки, кстати говоря, надо будет на Гаване все точки синхронизации открыть. Это тупо, у меня только одна точка синхронизации открыта, а. Блин, что-то я хреново работаю. Да уж, эта игрушка долго будет проходить, потому что она очень долгая и, в принципе, интересная. Вау, еще одна точка обзора на Гаване. Люблю я точки обзора открывать, а. Гавана. Классная птичка летает, а. Много домов, много деревьев. О, молодец, как Дима, рифма хрен. Так, ну, о, там песенка, там у нас получится контракт, сундук. Еще один сундук. Опа, еще песенка. Получится, что там еще. Так, курьер, схватите курьера. Ну, давай попробуем, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сука. Блин, а, ну твою мать, а. Эпичное падение. В принципе, это было очевидно, что я погиб, но, а. Надо было с другой стороны прыгать, а. Не было точка синхронизации, а. Ё-моё. Ой, блин, а. Так. А, опа. Получается, у нас там... Найдите пытателя ключа. А, вон, а чё. Давайте найдем. Почему бы и нет. Так, где же у нас находится... А, вот он. Обладатель ключа. Подождите, надо как-то у него ключ свистнуть. Ой-ой. Только что у меня падает еще не со... специального оружия с дротиками, а. Ну, вы понимаете, друзья. Обладатель ключа. Как я их, а? Сейчас быстренько заберу ключ, открою склад и пойду на нашу миссию уже. В принципе, так в любом случае интересно. Так, он так идет. Да не-не, тебе кажется. А ладно, как черт с вами. По-хорошему мы не хотели, друзья мои. Будет по-плохому. Ты у меня хрен убежишь. Ага, он даже не понял ни хрена, вот придурок, а. Сейчас быстренько ключ заберем у него. Так, все. Ага, грабьте склад. Ты почу. Ах ты, сука, подмогу вызвала. Ну, мудень тупой, а. Ладненько, нам же веселее будет, а. Хотя, пока эти дебилы не поняли, качки, ну, эти гребаные хрены. А как я их, а, сука? Люблю эти дымоухи, а. Офигенно, видели, как это быстро их, а? Молодец, Эдвард, а. Нифига себе! Не, это офигенная миссия получается, а. Да пошел ты нахрен, а. Тупой этот дебил. Я, кстати говоря, выполнил это задание обстрелку, а. Убейте 5 врагов, пораженных дымовой гранатой. Ха-ха. Вау. Ой-ой-ой, ты сука. Сука, я первее его убил. Ах ты, давай. Дебил, а. Сейчас быстренько, друзья, ограблю склад. И все. Тихо, тут еще и сундук есть. Блин, а миссия на самом деле получается очень прикольная. И интересная. Так, Гавана, 6-й сундук из 20. Сейчас быстро колокольчик испортим. Хотя, портить его смысла уже нет, потому что я всех убил. Так, сейчас ключик взяли. Все, опа, это хочу. Почему бы и нет? Это, да будет огонь. Ой-ой-ой, Эдвард, беги, а ну-ка отсюда. Нет, отсюда не достанет. Вау, офигенный был взрыв. Так, этот дебил... А, он еще ничего не понимал. Ладненько. На, сука, блин. Офигеть, а. Сейчас бы... Все, друзья, сейчас быстренько склад ограбим. Вау. И все. Так, вы захватили... Ага, склад ограблен. У дерева, металл, ткани, ром, сахар. Нифига себе. Так, подайте ром, сахар, чтобы получить 700 реалов. Понял. Классненько. Ну что, Эдвард, погнали, как говорится, девчонку выручать. Как понимаю, Рон это девчонка, это уже очевидно. Так, мы же там сдохли и тебе потеряли наше задание. Вот оно. Все. Потом уже полазим еще по Гаване. Ну, думаю, во время видеороликов. В некоторых местах не во время видеороликов, а. Чтобы было еще интересней. Так, тут тоже колокольчик, хотя мы его уже повредили, там он и был. Ладненько, друзья, давайте пробежимся, вспомним, как говорится, молодость. И пойдем наконец-таки уже поможем нашей девчонке. Ой, сори. Опа, мужики, привет.
Так, ну-ка, может быть, что-то купить можно. Хотя у меня тут мало пока щерялов, поэтому я, в принципе, ничего не куплю, но проверить-то можно. Здорово, здорово. Так, о, даже можно пока продать, видите? Ром. А, получится сахар на 400 и ром на 300 реалов. Понятненько. А нет, это же тоже на 400. Вот, видите, у меня хотя бы уже 3000 реалов стало. Так, ткань, металл, дерево я точно продавать однозначно не собирался бы. Это было естественно. Так, что же можно было бы купить? Хотя, в принципе, улучшение галки мне не хватает, получается. Ага. Понял, понял. Да хера чего. Так, этот корпус защитит галку от серьезного урона. Получается, нужно 200 металла и 500, как я понял, дерева. Нет, да, вроде бы дерево. Да, дерево, все правильно. Мне не хватает совершенно немного дерева и немного металла. Так, тут у нас что? Опа, бортовые орудия. Так, я вот думаю, блин, ну на самом деле я лучше подкоплю под корпус, потому что мне не хватает совершенно немного. Блин, на самом деле. Поэтому, да, хотя могу купить, в принципе, себе и бортовые орудия. Так, тут у нас чего? Тут у нас не хватает всего лишь 5000. Мощный таран, мощность тарана. Так, тут у нас получается обычный, ага, мощность обычных ядер. Так, опка, а, мощность книплей. Так, мортирные ядра. Потом мощность фальконетов. Вот, фальконетов, блин. Ладненько, друзья, я понял, что мне нужны реалы, нужны материалы, поэтому все понятно. Ладненько, Рона, я пришел к тебе и помогу тебе. Кстати говоря, о, может, кстати говоря, пойдем к Роне, попробуем быстренько новые песни в команде поймать. Как говорится, попытка не пытка, Эдвард у нас проворный малый, друзья. Есть, есть, чисто с самого начала поймал, круто, а? Есть, Гаванна, откуда песни поймал? Серьезно? Фу, позор, а? Ванька, Рона, я пришел к тебе и помогу тебе. Вы Рона, так? Кенуэй, ищете неприятностей, да? Все так же очаровательны. А вы пьяные, как сапожник, что вам надо? Предупредить, вы в опасности. Боже, вот это ловко. И как вы догадались? Допустим, я причастен к тому, что тамплиеры смогли купить один очень ценный документ. Ну, поздравляю, вам явно удалось. Как мне это исправить? Вы достаточно трезвы, чтобы стрелять? Для леди что угодно. Помогите мне их убить. Да всегда пожалуйста, Рона. Почему бы и нет? Давайте, так. Защитите Рону. Вперед, ну уже! Вам конец. А что у меня одна сабля-то, а? Ладненько. Сейчас, быстренько, Рона, я тебе помогу. В обиду тебя не дам. Вау, а почему у меня одна, не могу понять. А, перенесите бочки с порохом. Ну да. Устройте западню из бочек. Все, я готов. Прикройте вход справа. Взорвите бочку. Блин, я так не успеваю. Ладно, как же, тут уже поздно. Давайте махать атака. Зараза, тут надо быстрее. Ладненько, все. Хорошо, Рона, я тебя спасу. Мало. Ай, какой Эдвард, а. Ага, ага, понял. Ах ты падла. Ах ты, сука, что делает, а? Блин, клинки, какие клинки, Эдвард? Сейчас до клинков. А, подожди, подожди. Девчонка. Я уважаю тебя, но сейчас не пока. А, пока поднимешь его. Пока поднимешь, пока донесешь, это капец. Он очень долго несется на самом деле, а. Они наступают отовсюду. Выстрелите в бочку. Я понял, уже сделал все равно. Все нормально.
Я тебя в обиду не дал, я же тебе уже сказал. Я своих не бросаю. Поэтому я тебя прикрою любой ценой. Даже если придется пожертвовать своей рукой, хотя этого не потребуется. Ага. Блин, так все быстро, да, эти бочонки с порохом. О, они, конечно, сейчас пока прибегут. Опа-опа, можешь же побегать, а. Вот бочонок. Давай-давай, девчонка, давай. Теперь мне осталось, знаете, что сделать? Перезарядить оружие. Вот сколько мы уже поубивали, охренеть, да? Ладненько, не время. Так, откуда же они пойдут? Первым делом отсюда, да? Блин, сука, он его схерачил, ну все получилось в любом случае, а? Ай, молодец, ай, красавчик, Эдвард, а? Ах ты, сука, а? Хочет... Да я уже, это, ты даже не раненый, что ты трепишься, Рон, а? Сколько мы тамплиеров уже убили с Роной, а? Сука, немного ранили ее, а? Итак, это ваше новое амплуа? Сэр Эдвард из Гаваны, спаситель прекрасных дам. И как? Мне идет, милая? Ха, намного лучше, чем прежде. Все же, Эдвард, зачем вы здесь? Ну, есть один ключ. Скорее всего, в кармане вашего поклонника-тамплиера. Он мне нужен. Правда? А почему этот ключ не нужен мне? Рона, простите, но опасаюсь, то, что открывает этот ключ, не подойдет даже вам. Знаете что? Если придумаю дело, где мне потребуется помощь простофилии, позову вас. Опа! Охота на тамплиеров. От первое задание. А конторы атакуют. Блин, прикольная миссия была. Думаю, еще не конец, а? Надо будет еще раз ей помочь, а? Вор на рынке. Ага, видите, а? Сейчас быстренько, подожди, подожди. Сейчас все будет. Сейчас я быстро дебил этого ограблю, а? Курьера. Пират! Пират! Бегите! Ладно, моя опасность! Эй, слышь, мундири! Это пират! Эй, стража! Задолбал. Он сам виноват, друзья, он сам виноват. Надо было просто остановиться, а? Так все, пойдем быстро выполнять второе задание. Да что ж такое-то, а? Ладненько, придурок. Сейчас, сука. Нифига себе! Прям в голову. Молодец, Эдвард, а. Так, пойдите быстренько выполним второе задание. Ровно, так сказать. Там, по-моему, что-то связано было с вором, если я не ошибаюсь. Так, реалов мне уже побольше стало. Так круто. Блин, Эдвард вообще молодец на самом деле, а. И очень интересный контракт, прикольный, а. Ну, что это задание. Да. Так, вор на рынке. Обдумали мое предложение, Рона? Да. Я не очень здорова, а дел много, так что я придушу гордость. Вы могли бы помочь кое-что прояснить? Слушаю. Только не забудьте, я сказала прояснить, а не испортить все. Да, мама. Что там? Череда краж и беспорядков. И они подозрительно совпали с атаками на нашу контору. Попробуйте порасспрашивать на рынке. Я же пью как сапожник. Уверены? Вы не пожалеете. Жалеть еще больше будет непросто. Так, получается, найдите карманника. Ага. Окей, окей, да, будет не очень легко. Так, убивать его нельзя, как я понимаю. Получается, возьмем скрытые клинки. Он очень мне нравится. Так, как же мне его найти? Это, блин, вопрос. Ладненько, на самом деле, очень интересная, прикольненькая миссия. Охота на тамплиеров, теперь на вора. Офигеть, а. Так, контракт на убийство. Кстати, когда будет выполнить все контракты, морские и не только морские, чтобы получить себе уникальное оружие. Это надо будет сделать. Так, мы почти до карманника дошли. Сейчас я быстренько рукопись возьму. А тут вообще недалеко, как я понимаю, да? А где она? Она вот. А, где она на самом деле? Я не пойму. А, она вот где. Сейчас, быстренько. Так, во-во-во-во-во, рукопись. Ну я и не буду ее читать, друзья дорогие. Да, а нет! Улучшение доступно. В следующий момент в крите капитан доступны 4 улучшения.
А где есть пара, дорогие друзья? Меня стало лучше слышно. Ого-го-го-го! Нифига себе, Эдвард! Тайный, Гаванна. Хоть тайный почти хоть я нашел, а. Опа, привет, привет, друг. Так, я вижу... опа, таверна. Как говорится, любит Эдвард выпить. Хотя Эдвард давно уже не пил. Я за него ручаюсь. Так, мы почти дошли до этого карманника. Я думаю, лучше бы мне, может быть, девчонок бы нанять, а? Дабы, чтобы карманник меня не спалил. Это будет очень трудноватенько, если он спалит меня. Я не хочу его убивать. Как сказала Рона, чтобы не было никакого дерьма. Да, друзья, дорогие, если вы кушаете, желаю вам приятного аппетита. Опа, вот девчули мои. Так, я почти до них дошел. Да, я думаю, так и сделаю. Девчонок найму. Так, девчонки, за мной. Карманника надо вытащить, чтобы он не спалил. Блин, я превратил, получается, девчонок, а, как там, блин, командир женского батальона. Так, найдите карманника. Да, его найти будет нелегко, но у нас есть орлиное зрение, поэтому все получится. Так, девчонки, а теперь побежимся. Давай, за мной. Я все-таки думаю, правильно, что их сделал, что их нанял. А, предатель. Так, девчонки, ко мне ближе. Так, где же он? Берите кошелек. Ага, сука. Ах ты падла, блин, мне все-таки девчонки не нужны были, а? Да чтоб тебя. Ну, падла за ней тоже бежит, видите, да? Да, Эдвард, твою налево, сука, ты что делаешь? Ай, ё-моё! Так, ха-ха-ха-ха! Всего? Серьезно? Видели, я его не убивал. Эдвард молодец. Так, охота на тамплиеров, второе задание. Вор на рынке. Все, просто изи. Испытание обстрелка пройдено. Соберите 5 писем. Вау, Эдвард, ты молодец. И все, они пошли, как будто как ничего не бывало. Блин, все нормально. Ты только что за мной бежал. Да нет, показалось, это не за тобой. Валик, сейчас надо вернуться к девчонке, скорее всего. Девчонка, спасибо вам. Составили мне компанию. Так, у нас где-то рядом находится карта. Ага, вот она. Прикольно. Видите, какие девчонки радуются, друзья мои. Так, получается у нас Гаванна. Так, награда, чертеж, носовая фигура, месть королевы Анны. Получается у нас... А, она находится вот, видите, за какой-то, типа, какой-то крепостью, как я понимаю. Аж где пальма? Блин, надо будет на самом деле найти, а? Не, так, при, так, 240 на 607 координаты. Так, ну надо будет посмотреть, такая песенка Шанти. Может быть получится ее поймать в этот раз. Хотя сейчас она, сука, от нас убежит. Хотя давайте попробуем, а? Как говорится, попытка не пытка. Почему их ловить надо? Вот это я вообще не понимаю, а? Есть! Гаванна! Вторая песенка поймана. Так, так, давайте посмотрим задание. Кстати говоря, я не пойму. Это девчонка... Нам будет еще что-то надо... Ну, какую-то там награду давать, девчонка. А, во! Гонки вооружений. Видите, сколько заданий, получается, девчонка нам дает? Ваника, испытание обстрелка пройдено. Соберите 5 листовок с песнями Шанти. Круто. Блин, а миссия на самом деле интересная, блин. Сначала было, получается, спасти ее, ну, прикрыть ее. Потом надо было своровать. Теперь какие-то гонки вооружений. И они вообще просто пипец. Так, ладненько. Перед тем, как мы отправимся к девчонке, я хочу сделать это офигенное убийство в воздухе. Оно охеренное. Видели, как я их кокнул, да? Блин, я обожаю драться с тамплиером. Ого, видели? Офигеть, Эдвард молодец. Блин, это офигенная игра про ассасина. Блин, офигеть, ей 7 лет в этой игре. Она вышла в 2013 году, но она такая офигенная. Опа. Да, девчонки, я согласен с вами, согласен. Эдвард красавчик. Он молодец, офигенно дерется. Блин, я думал, типа, все, почему-то еще создание есть равное. Ну, как говорится, я всегда раз помочь своим друзьям. Думаю, взамен, наверное, поможет мне.
Так, у меня уже 4000 реалов. Это лучше, чем ничего, как говорится. Фух, так, надо будет, кстати, потом какой-нибудь из миссий поискать именно фигнюшки эти. Как сказать, фигнюшки, сейчас сформулирую мысль свою. Именно сокровища по картам. Это после так не в предыдущей миссии, по-моему, в 15-й, опять махаться придется. Блин, зараза. Не получил. Ого, ни хрена себе, сколько их. А вы не хивали, а? Вот тварь, вот так вот, сука, будет честно. Давай, Эдвард, давай. Ху-ху. Молодец, Эдвард, да? Ай, красавчика. Это реально, второй раз, когда я лазил, не помню, какая-то миссия была. То ли 14, то ли 15. Я так ходил. Опа, спасибо, девчонка. Спасибо, моя помощница. Мне так и не получилось, как говорится, друзья, найти сокровища. Вот типа, когда-то были правильные, я бегал. Опа, уже шестой тайник. Вау, тайна Гаваны. Еще последняя осталась. Так, испытание стега пройдено. Соберите 5 страниц рукописи. Понял. И получится просто, друзья, дорогие. Ладно, лазил, бегал. И нифига я не нашел, блин, это сокровище. Вот типа, когда-то были правильные, да? То ли я тупанул, то ли просто там пока по возможности нельзя было залезть. Я просто бегал к острову, да? Там, получается, как я понял, сокровище было именно, ну, тайное. Наверху, так сказать, на острове. А там забраться в него нельзя было. Может быть, просто я не нашел вход? Ну, скорее всего, так и было. Ладненько, сейчас спокойненько пойдем. Конечно, если дебилы наши нас эти не спалят, а? Опа, все нормально, они нас не спалят. Офигенно, все, побежали к... Роне. Может быть, в следующей миссии, может, и в этой... Сори. Блин, надо их обойти. У меня получится, как говорится, друзья, найти сокровище по координатам, а? Турели там уникальные сокровища, блин. Парус, блин, пушка там, еще какая-нибудь фигнюшка. Опа, собачка, привет. Здорово, шарик. Ай, классненько. Опа, там весело у них, походу, видите, песенки. Так, надеюсь, меня опять это, как сказать, это скипова песню не забанят, которую я шанти поймал. Песенки. Так, тут у нас можно пойти. Опа, видели, какая дверь, да? Опа. Ай, красавчика. Так, нам осталось немного до Рона дойти. Надеюсь, с ней все хорошо. Хотя, ну, у меня рука просто была ранена. Так, сундучок у нас находится совершенно недалеко. А вот он фрагмент анимуса, который я должен взять. Обязан. Так, тут на самом деле не так трудно. Да. Тут главное сейчас не тупить. Вот оно. Так. Эвелин. Ой, Рона, сейчас я приду. Все. Оба. Так, Эдвард, кустики-то хорошо, конечно. Особенно когда с кем-нибудь там в них находишься. Но пока что они не нужны. Так, дерево офигенное, большое. Во! Пап, фрагмент, получается, 5 из 15 собран. Класс, блин. Надо будет всех фрагментов пособирать на Гаване. Так, Эвелина. Гонка вооружений. Что вы узнали? Я поймал карманника. У него была карта. Как я понял, каких-то складов с порохом. Я тоже не зевала. Нет сомнений. Всей лавочкой заправляет тамплиер Хиллари Флинт. Он есть и на карте. Деньги на оружие ему дают воры. И кто цель? Я. Пока побеждает, да? Да, но с вашей картой мы уничтожим его склады и сравняем счет. Не будем медлить. Да, получается, поджгите пороховой запас, уничтожьте пороховых складов. Ага, давай, почему бы и нет. Я всегда рад, как говорил, помочь своим друзьям, поэтому сейчас все сделаем. Сейчас быстренько сундучок откроем. Он, в принципе, тут недалеко находится, на самом деле, вообще недалеко, правда. Так, подожди, Эдвард, аккуратненько. Опа, там какая-то мастерская. Тут у нас, видите, вилы, лопаты стоят. Все прибамбасы нужны. Так, нам нужно, получается, залезть наверх сейчас. Осмотреться. Да. Перезарить даже пушки, хотя пушки заряжены. Так, стрелок. Это не катит нам. Нам на руку не пойдет. Фух. Так, дебил, не пали меня раньше времени. Вот, отлично. Ой. Я не так хотел. Ладненько. Этого дебила мне надо убить. Блин, это очень интересная игра. Если каждый ассасин такой интересный, блядь, я все части поиграю, а. Ты сука, блин, а.
Один дебил, блядь, палец, другой палец. Ты какого хрена? А, ого, серьезно, сейчас поднимется? Вот да, нифига себе, сколько тут стрелков. Давай, ко мне, ко мне. Ко мне. Поднимайся, будешь подниматься, придурок. Блин, тут раз стрелок получается. Раз, два. И получается там три, четыре еще дебилы стоят, да? Блин, три стрелка твои налево. А давай, поднимайся, запарил ты у меня уже. Давай, давай. Вот сука, он не будет подниматься. Ну ладно. Да упал. Он запарил меня. Так, бочка с порохом. Как же мне туда попасть? Там стрелок. Блин. Так, к одному я кокнул. А, там есть вход? Или нет входа? Вот чем вопрос. Надо сейчас как-то продумать план. Хотя, походу, скорее всего, входа там нет, да? Ну да, тут видите, везде закрыто, получается закрытая зона. Тут двери есть, но они почему-то все закрытые. Ладненько. Гонка вооружений продолжается. Опа! Фух. Сука, блин, чуть испалился. Блин, я вроде бы должен был его кокнуть, сука, а не получилось, а. Так, нужны девчонки, а. Нужны девчонки. Ко мне, девчули. А, нельзя пока девчонок нанимать, да? Твою мать. Надо спрятаться куда-то. Фух, так, теперь можно нанять девчонок, все хорошо. Фух, так, теперь можно. Да, девчонки, помогите мне эту стражу отвлечь. Девчонки. Спасибо, спасибо, девчули. Вы прикрыли меня. Так, теперь нужно поджечь гребаный порох. Так. А, Санти Игнето, блин. А. Да вы достали уже. Мне нужно три этих пороха уничтожить. Так, девчонки, пойдем, пойдем, девчонки. Давайте, девчонки. Да что ж вы так. Да девчонки, твои налево, суки, я сейчас вас по шейдам. Да достали вы меня уже. Что они делают, видели, да? Так, может получится с ними, с Игнето. Есть! Девчонки, спасибо вам. Убегаем, девчонки, бежим! Девчонки, дуры, быстрей! Так, первый склад есть. Так, а твою сука, а? Ты тварь, а? Все, все, девчонки. Так, нам надо дальше идти. Получается, точка, ближайшая точка, получается, у нас тут, да? Угу. Тут дофига чего, видите, есть. Вот и сундуков дофига, и песня Шанти, и, блин, контракт на убийство, получается, тут точно их два есть. Поэтому офигеть. Надо будет полностью надо будет всю Гавану исследовать, все песни Шанти поймать, все сундуки открыть, все фрагментарии собрать, все контакты выполнить, чтобы полностью Гавану очистить от преступности, а? И сундуки, как говорится. Так, команда, команда. Девчонки. Ну, у меня девчонки есть, поэтому, пацаны. Хотя, пацаны. Понимаете, постой. Все, девчонки, спасибо вам, но пацаны, как говорится, круче. Так, пацанчики. Это твой. Я помогу вам, пацаны. Опа, спасибо, девчонка. Я уже вроде бы не получу ей, а она помогает. Эдвард, ты чего? Я просто не хочу, чтобы моих друзей новых убили, а. Видите, они... Давай, гасите, молодцы, ребята. Давай, давай, гаси, 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 гаси его. Давай, ну. А, типа, вы честные, вы лежащих не бьете, да? Так, кабанчик. Или алкашек, иди отсюда, а. Так, что-то вы долго махаете с ним, а. Очень долго, а. Миссия, правда, интересная. Ладненько, сейчас совершим. И все. Потому что, ну, миссия прикольная, классная, интересная. Блин, помогать Ароне мне очень даже приятно. Так, мы почти дошли, ребята, почти дошли. Надо будет, потому что точки обзора две последние открыть. Сори, сори, ребята, сори. Так, а, не, пока подождать не нужно, все хорошо. Нужно как-то обойти. Да, стать Игнето, так сказать. Так, тут у нас их до хрена.
Нам не нужно их отвлекать, потому что нам нужно сюда. Блин, получается тут находится рядом это здание и это здание. Маленькая, это ближе. А. Да ё-моё, зараза. Да. Да, Эдвард, согласен с тобой. Мне нравится за тебя играть, ты вообще интересный, прикольный такой персонаж. Да ё-моё. Как ты стоишь эти дебилы, блин, а? Стрелки. Если я убью его, получается, сейчас. Меня спалят раньше времени. Да достал ты, сука, уже. О, закрой, дебил. Нахер иди отсюда, а? Тупой дебил, придурок, а? Раз ты куда ктался, растренделся. Как же мне к тебе попасть, а? Ой-ой-ой, идеально, видели, как Эдвард сделал, да? Так, этот дебил, получается, ударить кулаком. Блин, порох, получается, находится внизу. И опять же, видите, крепость неприступная, блин. Три стрелка. Зараза, а. Что же с вами делать-то? Да, Эдвард, твой налево, ты долго будешь рожать. Ой, пипец, Эдвард, ты какой-то бываешь на ступеньке, а. Так, осталось еще, получается, два склада уничтожить, а. Такими темпами, пока этот дебил... так, подожгите пороховой запас, это я уже понял. Ладненько, щукаться не хочу на самом деле, это долго будет. И задолбано для меня. Ах ты сука. Есть, застали тупые стрелки, ладно, я лучше с ней помахаюсь, а. Дабы веселее будет, а. Надоело прятаться, тут же не написано здание. Будьте игны, это все такое, типа надо прятаться, а. Тут спокойненько, гаси налево и направо. Опа, капитан, сука, смотри, а. Ха-ха, видели, как его отпнул. Блин, Эдвард вообще силен. Как, блин, как получается искрасится человек, а. Ну, как номад. А, суки, мои ребята! Я помогу вам! Вау, вау, вау! Это круто, спасибо, ребята, что помогаете мне. Так, я тоже вам помогу, блин, у меня аж от радости мышка чуть не улетела. Ой, спасибо, ребята. Так, теперь можно спокойненько, как говорится. Так, надо зарядиться. Да-да-да. Так, склад находится там, да? Так, боезапасы попомнить нужно. Так, ну у кого из них? Ничего нету. Только, да не бойся ты, ничего делать мы не будем. Мы хорошие ребята, а. Мы только плохих убиваем. Вот, получается, да? Так, все, убегаем, беги, беги, бегите, 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 ребята. Ребята, быстрее, 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 дебилы, это что, подохнуть хотите, что ли, а? Слава богам. Капец, сука, нажрался, вообще мужика. Вот ты даешь, а. Только на меня работают бухие чуваки, а. Вот сука. Так, получается, он тут сундук у нас вообще недалеко находится, да? Ну да, совершенно недалеко, чего бы его не взять. А чувак сидит, а типа, спокойненько. Хотя мог спокойненько на сундуке уже себе реалу взять, а. Купить себе покушать, а. Но он, походу, подумал, да нафиг надо мне. Как говорится, мне деньги не нужны, я лучше посижу просто, поохраняю сундук, пока Эдвард не придет. Так, это песня Шанти. Есть! Она сама ко мне пришла, видели, да? Вот сука, вот прикольно, а. Я даже не надо было за ней гоняться. Так, ну, в принципе, тут мы сделаем так же. Бьем этих всех дебилов. А достал ты, придурок, а. Ой, я помазал, а. Вот, я и попал. Фух, так, осталось, получается, последнее задание. И пойдем опять к короне. Может, это, конечно-таки, мы убьем этого дебила. Так, ну... Сука. А, тут не достаешь, сука, тут не достанешь, а. Тут получается уже... Тут получается 4 стрелка уже, а. Хрена тебе, сука. Дам пушку перезарядить. Тупой ты дебил. А, вот он. Капитан, получается, да? Ах ты, сука. Хрен тебе, мудень тупой. Если в голову не стрелять, она убивается 2 раз. Ну и то. В голову бьешь, если ты, получается, стреляешь, ну, в той местности, где можно их достать. Блин, сука, моих ребят сейчас убьют. Прыжок веры! Ай, офигеть, а. Так, нельзя, чтобы мы их убивали, а. Это не... Я не позволю этого. Сука. Так, тут ничего. А, тут все честно, но мои ребята просто бухие, понимаете? Ребята, они хреново держатся.
Игром нам всем еще раз спасибо за вашу поддержку. А если хотите подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, так ведь так, ваши комментарии, лайки и подписка на мой канал помогут продвижению моего канала дальше. Надеюсь, ребята, что я стараюсь не зря, и вам правда нравятся мои прохождения и мои стримы. Так, кружки. Того, последнее задание. Все. Видели, сабля улетела. Так. Блин, зараза. Так. Все, бегите быстрее, ребята. Ко мне. Блин, походу какой-то четвертый делся. Так, все. Задание выполнено, да? Гонка вооружений. Охота на тамплиеров. Угу. Такушки, ладушки. Получается, у нас гонка вооружений, потом был вор. Зараза. Так, теперь курьер. Нам же уже не курьер явно. Ладненько. Хотите, грабьте посыльного. Схватите посыльного. Бегите, если вам дорога жизнь. Так что же, падла. А он, сука, он прям тут, а? А как это? Он сам умер. Сука, неудачно приземлился. Так, надо посмотреть еще задание. Может, появилось еще одно задание? Ух ты! А теперь что у нас? Гибель Флинта. Во! Получается, сука, нам надо выполнить еще одно задание. Последнее, финальное. Гибель Флинта. С того дебила, скорее всего, который и нужен. И, скажется, есть наш, ну, в общем, ключ, ну, который... Нет, сейчас нормально скажу. Если это, получается, тот дебил, придурок, у которого есть нам нужный для нас ключ. Во! Ты, блин, пока скажу нормально, вы не поймете, а? Пока рожу, блин. Ё-моё, пока сомневаю свои мысли, а. Опа, еще собачка. Собачечка, привет. Жди. А, это мои ребята. Я думал, собаки типа я приказываю. Так, последнее задание. Я, скорее всего, думаю, что поняли последнее. Так, Рона, я всегда рад тебе помочь. Так что давай. Так, гибель Флинта, охота на тамплиеров. Эдвард. Теперь этот грязный тамплиер Флинт почти бессилен. Между вами и ключом лишь одна преграда — сам Флинт. Знаете, как подобраться? Я навяжу ему бой. А вы... будьте рядом, выжидая и... сами знаете. Вы вдруг испугались, Рона? Что не сможете его убить? Вовсе нет. Просто не желаю вам указывать, вот и все. Сдается мне, вас еще лихорадит после раны. Пойдем уже. Так, да. Надо будет любой ценой спасти ее. Будет несложно. Он вечно выставляется, как неощипанный петух. Признайте, Рона, вам по сердцу тот петушок. Могу вас на дыбу отправить, если порки недостаточно, Кенуэй. А девчонка такая прикольная, веселая и смелая очень даже. Хоть выглядит она, ну, я с ним перед, что она младше Эдвард, да? По крайней мере, выглядит точно младше. А так может быть. Конечно, здесь тоже есть на кого охотиться. Я отвлеку, а вы ждите случая убить. Эй, Флинт! Эй, Флинт! Ха! Ты не на один выстрел, Флинт! Ха-ха-ха-ха-ха! Еще бы! Столько за тобой следить! А призналась-таки, что помешалась на мне! Все, изи. Я знал, что все так и кончится. Но думал, что роли распределятся иначе. Я бы умер счастливым. Стань в мире ассасином меньше. Жаль, что мы не могли сражаться вместе. На верной стороне. Вас может оставить наедине? Нет. Слишком поздно. Я очень быстро убил его. Даже париться не нужно было. Бах, один выстрел и готов. А вот он и ключ. Видите? Заветный. Его чары кончились. А память пусть будет погребена навек. Ой-ой-ой, зараза! Да уж, попался я конкретно. Просак попал. Ладненько. Сейчас я всех перебью, дорогие друзья, и завершу нашу сегодняшнюю миссию. Она была прикольная и очень интересная. Так, ушки,
Тут так будет проще, а? Хотя я и так бы справился с ними, но так веселее. Надеюсь, вам моя мышка и клавиатура не сильно мешает, то есть я... Это тоже очень важно знать. Напишите в комментариях, как меня лучше стало слышно, я же в принципе говорил, но еще раз прошу вас. Это важно, правда. И по поводу мышки и клавиатуры, тоже важно. Стало ли, правда, меня лучше слышно? Ха-ха-ха, своего же убил, придурок. Гребаный стрелок. Блин, хоть он тамплиеров удалось. Правда, прикольнее было, а? Так, главное, если получится Флинн был. Опа, сейчас быстро боезапасы соберу. Так, покиньте область и спрячьтесь. А, ну окей, надо сделать дело-то. Давай, давайте. Так, так, подождите. А, область, что-то я тупнул. Тут не... Вот область, сейчас. Быстренько, быстренько. Опа, все. Гибли Флинта. Так, охота, получается, четвертое задание было у нас. Опа, броня тамплиера получен. Ого! Так, получится нам уже на один второй ключ из пяти. Я стал еще найти три ключа, и все. Блин, крутяк. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья мои дорогие, не болейте, не скучайте. Всем спасибо за поддержку. И пока-пока. Увидимся с вами очень-очень скоро. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.